Здравствуйте, уважаемые дамы, господа, члены жюри конкурса Golden Time Talent, участники данного конкурса. Я Талибаева Гульмира, мне 67 лет, живу я в городе Алматы, Республике Казахстан. Я очень горда тем, что приняла участие в столь значительном международном конкурсе. На меня произвело большие впечатления работы участников, сама организация конкурса. И работа некоторых участников достойна самых лучших выставочных залов. Мне 67 лет. Я занимаюсь рисунком, живописью уже много лет. Моим первым педагогом был народный художник Казахстана Кенгибаев Молдахмет. Много лет я проработала архитектором по специальности. И 5 лет назад начала заниматься живописью. До этого я рисовала только графические работы, а писать картины маслом я стала 5 лет назад. Меня это очень увлекло, очень понравилось. Оно помогает выражать мой внутренний мир. Мои работы есть в частных коллекциях моих знакомых и друзей. Я первый раз участвую в столь значительном международном конкурсе. Благодарю членов жюри за высокую оценку моих работ.